Больше 14 лет Усть-Майский район тесно сотрудничает с ФПК Туймада. На днях руководство компании с рабочим визитом побывало в районе, где подписало соглашение о сотрудничестве с администрацией муниципалитета. Подробности далее. В эти дни в Усть-Майском районе с рабочим визитом побывал генеральный директор ГУП ФПК Туймада Александр Васильев. В администрации района было проведено рабочее совещание, в котором приняли участие глава района Юрий Боярский, представители ГУП ФПК Туймада, руководители крестьянских хозяйств. В соглашение конкретно внесена сумма индивидуального жилищного строительства и по тем работам, которые мы работаем по заготовительной деятельности, по выкупу крупного рогатого скота. Мы эту всю сумму, без сумм, правда, последние, да, включили в нашем соглашении и надеемся, что плотную будем работать Усть-Майским районом. Закончилась встреча подписанием соглашения об экономическом сотрудничестве между администрацией Усть-Майского района и ГУП ФПК Туймада. В этом году у нас планируется порядка около более миллиона рублей. Сегодня заявки поступили. Сегодня будет, в течение года будут эти заявки все рассмотрены. Я думаю, что до наших жителей нашего района, те заявки, которые будут приняты комиссионно, я думаю, что они все полностью пройдут. По всем направлениям в части сотрудничества с ФПК Туймада сегодня работу мы ведем плодотворно. В принципе, все те вопросы, которые есть, ставим перед ФПК Туймада. Я думаю, что сегодняшнее подписание соглашения на территории района полностью реализовывается. Думается, что благодаря этой встрече Усть-Майский район сможет сотрудничать не только по получению займов под индивидуальное жилищное строительство, но и по остальным направлениям деятельности ФПК Туймада, что благоприятно скажется на благополучии нашего населения. Елена Александрова, Тимур Канаев, Роман Александров, НВК Саха, Усть-Майский улус.